А где все остальные бригады ваши? Котельни? Мы подавали шифер, замерзли, пошли. Мы подавали шифер начальника, если что, видели, заяц мы отрубили. Что это, шифер менять? Да. А кто дал команду? У нас здесь прораб Григорий Алексеевич. Тут он, да? Нет, он где-то уехал. А кто тут с рабочим у вас? Идемте сюда, где там вход? С той стороны. Нам вчера сказали подготовить все, принести сюда леса. И сегодня мы вот это вот сделали. Кто у вас тут старший? У нас тут старшего нема. Нема? А ну я сегодня за старшего. У нас бригадир, у него вчера стало плохо здоровьем, его положили в больницу. Ну кто вам ставил задачу сюда? Шифер мне. Вчера. Вчера приехал Александр Анатольевич Ларченко вместе с нашим прорабом Григорием Алексеевичем. Сейчас, минуточку, да. Хай придут, что тут попрашивают. Да, я в садику, да. Та зачем ти мені машину будеш? Хай прийдуть сюди, що тут машину відправляють. Хай йдуть сюди. Добре, давай. Та я возле котельні, вони мене побачать. Давай, хай підходять. Угу. Добре. Ну так от, приїхав вчора перед обідом, где-то около 11 було, да, сьогодні? Да. Було где-то около 11. Приїхав мер. Александр Анатольевич Ларченко, соответственно, и с ним пришел наш прораб Григорий Алексеевич. И сказали, на седьмом саду завезли шифер, на котельной поменять, старый шифер снять, вплоть до того, чтобы его сбрасывать на землю, чтобы он бился. Понял. И положить вот эту вот пленку, положить медвату и закрыть новым шифером. Вы когда снимали, медвата была? Нет. Не было медвата? Не было. И гидробарьера не было? Не было, ничего не было. Ничего не было. Я вам скажу, просто в прошлом году мы работали на крыше на АТБ, мы ее перекрывали. Нас буквально нам недели не хватило, чтобы ее закончить. Нас погнали сюда, потому что здесь сломался котел. И наша задача была вымуровать потом и, соответственно, его перекрыть. Все было в режиме бегом. То есть ни о какой вате, ни о каком барабарьере не было. Нет. Сейчас, а какие работы вы уже сделали? Какие вообще претензии не мали? Какие сейчас работы вы робили сегодня на крыше? Мы старый шифер демонтировали, сбросили весь низ, там он куча имеется. Закрыли вот этой вот пленкой, положили свинку минвату и подняли новый шифер и пошли его закрыли новым шифером. Понятно. То есть сегодня на утро там лежал старый шифер, да? Да. На сегодняшнее утро там лежал старый шифер. Понятно. Ну, сейчас мы глянем, что вы тут робили, пока работы останавливаем. А сколько вы такого утеплителя положили? 5 рулонов. Рулоны или паки? Рулоны. Рулоны. Он в рулоне был. А да еще упаковка? А он упаковка сейчас. Упаковки сюда. Что вы еще эти работы проводили? Вадим, оно почитай, там квадратура. Там должно написано. Вот у нас еще отрез пленки вот остался. Слаживайте сюда. Упаковка. Есть. Идем, как тоже остаток. Идем, как уже на крышу. Потому что лестница может найти везде. А там забили шифером все уже полностью? У нас два листа крайних осталось. Ага. Сейчас.
Ну, пленка ложится на вату, а не под вату. Это по технологии. Кто вам так сказал делать? Вам прораб не сказал. Прораб сказал? Закатать пленкой, ложить вату просто под шифер, насколько я знаю. Парабарьер не ложится. Гидробарьер ложится. Гидробарьер не ложится, потому что шифер не набирает конденсат. Набирает. Я знаю, под металлоперчерепицу под шифер, надо. Под шифер подтекает постоянно, задувает. Для этого ложится пленка. Ну, наше дело маленькое, нам что сказали, там ну, нет. Спускайтесь, снимайте там, потому что... Ага. Я в протоколе впишу, что засусовалась видеосъемка. Аккуратнее. Смотри, с кем скинул. Осторожно, там, скользко. Давай я подам тебе. Где тут можно вставать? На шифер только легенько. Легенько, желательно в волну в середину.